ссора на пустом месте в семье. Сталкивались ли вы с таким явлением? Думаю, да. Ведь если в доме происходят постоянные ссоры, скандалы, раздоры, то это очень плохо, в первую очередь, энергетически, потому что после каждой ссоры в дом притягиваются зловредные сущности, которые просто навечно поселяются в таком доме. И они никуда не уходят, абсолютно. Сами они никогда никуда не уйдут. И с каждой ссорой, с каждым скандалом их становится все больше и больше. Они притягиваются, потому что каждая ссора рождает и притягивает новую зловредную сущность. И поэтому об этом, конечно, нужно помнить. И эти сущности, которые живут потом в доме, в квартире, в вашем жилище, они постоянно провоцируют на новые скандалы, на новые ссоры. И поэтому люди потом на пустом месте начинают ругаться и ссориться. Почему дети становятся из послушных детей вдруг хамов и агрессоров? Почему вдруг начинают на пустом месте выяснять отношения муж или жена? И они понимают, что их кто-то толкает на это. Потому что когда ссора проходит, то люди понимают, что она возникла на пустом месте. И они не задумываются, что после каждого скандала, после каждой даже маленькой ссоры нужно обязательно чистить свое жилище. Если не чистить, то может так получиться, что эти сущности просто разрушат не только мир и покой в доме, но и приведут к полному распаду семьи и полному отчуждению в семье. Это уже, конечно, очень страшно. Поэтому вы должны всегда помнить, что если у вас в доме произошел какой-то скандал, какая-то ссора, то вы обязательно должны почистить свое жилище. Если вы этого никогда не делали, если в вашем доме уже поселились просто легион таких сущностей, то, конечно, вы уже сами с этим не сможете справиться. И для этого, конечно же, вы можете обратиться всегда к нам в Центр парапсихологии, и мы поможем вам избавиться от таких сущностей, почистить, а потом осветить ваше жилище. Ведь люди зачастую думают, что это кто-то навел порчу на отношения, что это навели еще какие-то порчи, что это бесы, которые провоцируют вот к этим скандалам. Да, бесы, конечно, они присутствуют, и бесы тоже притягиваются. Но главное зло – это те сущности, которые приходят и поселяются, и притягиваются после каждой ссоры и каждого скандала. И об этом вы всегда помните. И не нужно иногда искать какие-то причины, бегать там и выяснять, какие на вас порчи, и кто виноват, кто прав. Почистите свое жилище и посмотрите, как в доме будет мир, гармония и лад. Не забывайте об этом.